Здравствуйте, я Татьяна, и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. У нас пошел дождичок, мы его ждали, такой спорненький, небольшой, грибной, может быть, даже или грибной солнце. Но, знаете, сейчас самое время выйти на балкон и вязать, вязать, вязать. Но у меня по строгому распорядку дня съемка видео, и я сейчас сниму его под дождичок. Может быть, освещение не совсем какое должно быть в это время. Ну ничего, меня же видно, а главное слышно. Я расскажу вам о делах вязальных, и если кому-то вязальные видео через день, но пока я в городе нахожусь, покажутся частыми, вы пропускаете несколько штук, там, допустим, 5 пропустили, 6 смотрите. А кому вот эти продвижения по 12,5 рядочков, как мне одна зрительница писала, хоть 12,5 рядочков, я буду смотреть, а ей в комментариях, да хоть пол рядочка. Ну, действительно, сейчас кто-то на море, кто-то на даче, кому-то совершенно не до видео. Но есть те, которые ждут встречи с блогерами. Мы к вам приходим. И если общение с нами вам очень нужно, вы посмотрите и небольшие продвижения. А мы будем только рады, если будем кому-то нужны. Значит, что у меня в вязальном плане? Зеленый джемперок я не трогала. Там осталось вывязать 2 мотка, это я все говорила в прошлом видео, и посмотреть, какой длины получается изделие, чтобы решить для себя, буду ли я подвязывать везде как бы эффект нижнего джемпера. Все это я сделаю, сейчас все силы бросаю на кольчужку, но, как покажет, в общем-то, сейчас сегодняшнее видео, все равно отвлекаюсь. Отвлекаюсь, сама не знаю почему, мне хочется взять кольчужку и носить ее. Итак, что касается кольчуги. Понятно, что все равно единообразие, да, надо бы отвлечься, но отвлекаюсь. Я вот, видите, носки начала, сейчас покажу и еще кое-что удумала. Вторую деталь я вяжу и уже, значит, пошла на третий моток. Успокоилась, как уж я переживала, что не хватит 10 мотков по 70 с чем-то, уже не помню, метров. Пряжа лен с хлопком. Таня, она же грубятина. Кто-то мне написал, девчата, грубятина. И вот если я еще недавно вот это ваше, я же не написан текст, а как его, да, произнести, может быть, в ласку. Тань, она же грубятина. Таня же грубятина. Я же не вижу эмоциональной краски написано, ну, скажем так, грубятина, да. Вы правы. И до недавнего времени я ж от этой грубятины бежала. Я ненавидела хлопок и лен. Говорю об этом в каждом видео. А теперь эта грубятина у меня, знаете, ваше вот это слово грубятина, это как нежно и ласково пушисто произнесу. Еще какая грубятина. Это здорово. Но с каждой стиркой лен становится действительно. Это вот я не так часто стираю изделия, немногочисленные свои изо льна, да любые, потому что у меня круговорот вязаных вещей, он большой. Если было бы 3 вещи, носила бы чаще, да, когда 100, 3 реже. Но вот эта грубятина будет пропадать, а я же вроде как ее полюбила всей душой. Значит, 10 мотков хватит, никакой комбинации с другими цветами, комбинирование, правильнее сказать, я делать не буду. И вот у меня уже вторая часть марлезонского балета, она будет точь-в-точь как первая. Вряд ли я V-образную горловинку свяжу, вы правы, для кольчужки как-то вот это все, хотя кто какие горловинки. Девчонки, вы тут мне, значит, то фотографии с интернета сбрасываете, Татьяна, я посмотрела, вам это, значит, пригодится, я вот не нашла, тоже, спасибо большое, все, платочечкой связано, немножко рукава, здесь даже подгибчик, вот такая вещь моя, правильно. А Светлана Солдатова, по-моему, ой, сейчас, если кому-нибудь что-нибудь все напутаю, девочки, мы уже знаем, что Татьяна все путает, ну, амплуа у нее такой. Да, Солдатова Светлана, исправляется Татьяна. Она говорит, здравствуйте, Татьяна. Ой, кольчужка, а у меня много лет есть кольчужка в гардеробе. И бирюзовая как раз швами наружу. Люблю их всех душой. Я же говорю, что, может быть, швами наружу сделаю. Еще, ну, не точно. И посмотрите, какие кольчужки. Девочки, ну вот, кто любит ажуры, там все такое прочее, не обижайтесь. Я их тоже где-то дозированно люблю. Возможно, придет время, я их так полюблю, что забуду о своей лицевой глади и платочке любимой. Но пока для меня уже очень много лет вещи из платочной вязки, как бы это сказать, они универсальны, ходовы, вне времени, вне моды, вне пола. Вот вы понимаете, как брутально смотрится свитер рыбака. Будет смотреться платочкой. Это ведь только вот нести надо, вот этот мужчина, представляете, да? Как брутально бы смотреться плед. Платочка лицевая, это мое все. И вот посмотрите на кольчужки Светланы, а?
Хочешь с брошкой? Хочешь без брошки? Хочешь с бусиками? Хочешь без бусиков? Хочешь однотонный низ, юбочка, брюки или хочешь цветастый? Но настолько это все как-то мило, гармонично. Неважно, какая мода на дворе, самый модный будешь, самый красивый вот в таких вещах. И неважно, вчера ты ее только связала или вытащила с полочки, да, антресолевой, уже она годов пяток лежит, а может больше. Это совершенно неважно. Но настолько актуальненько, современненько, здорово, стильно. Там уже только меняй, пожалуйста. Джинсы рванина, да, с кроссовками. Или шпилечки с юбочками, карандашами. Ну, все настолько здорово. Спасибо вам, девчат. Я потихоньку сейчас буду опять входить. Какие-то фотографии ваши выуживать. Я вхожу, в жизнь моя входит в колею. И вот буду вам, показывать. Здорово. Вот видите, кольчужки. Какие кольчужки? Просто платочные. Но здесь, конечно, вот видите, горловинушка какая интересная. Это очень здорово. Очень здорово. Рукава, считай, нет, а как сажусь снимать, у нас то свадьба, то что за окном. Вот. А как под пиджачок, по тот же, да, все это, ну, мне понравилось. Нет, вот эти вещи мои. Еще раз говорю, при всем уважении к ажурам, все уж, у Светланы, может, ажуров миллиард. Но такие вот вещи, они мои. У меня тоже будет скоро кольчужка. Что касается первой запчасти, значит, и тут третий моток пошел, да, тут рассказала. Казалось бы, сиди, вяжи, вяжи, вяжи и не отвлекайся. Но нет, но нет. У меня здесь, девочки, и когда заканчивается, в бок увожу, как я вам сказала, мотки. И так как эти мотки издерганы, я их уже знаю в лицо, эти мотки, я с них начинала. То много, то мало петель наберу, остановилась на 94 петлях, в конце концов. Я покажу после стирки, в какую гармонику это все превратилось. Но мне так надо. Вот чтобы это какое-то было безразмерное, неаккуратно связанное. Мне надо такая вещь. Вот она мне нужна. Даже моя педантичная сестра, которая, чтобы все вот это... То, что я говорю, не. Хотя, что делай? Кольчугу не отдам. Вот. Смотри, тут петли вытянулась. Тут вообще как кошмар. Ну, вот ужас связан. Посмотри, как это безобразие какое-то. Тут я вот ночью взялась. Она говорит, так надо, так модно, так трендово, видишь, что творит. Так вот, у меня мотки издерганные, и как я вам говорила, в этой пряже, это, значит, понравилась мне пряжа с первого взгляда. Но что есть, то есть. Вопрос к производителям. Столько узлов, столько узлов. Я даже удивилась, что связала вот 5 мотков, как-то повезло мне переднюю половиночку, переднюю половиночку, заднюю половиночку, ну, понятно, да, без узлов. А тут уже мотки, которые уже... были в полете, я то 105 наберу, то 88, что только не творила. Они все в узлах были практически. В одном мотке может даже 3 узла встретиться, 50-граммовым, на 70 там с чем-то метров, я уж не помню. Поэтому у меня все вот выводится, и начало мотка, и все в бок выводится. Однако, все вот эти шеверюшки, махрюшки, которые были тоже выведены в сторону, в половинке связанной, я вчера спрятала и убрала. Эта деталь у меня готова, только плечи соедини, бочочки соедини и вперед, вперед, вперед. Видите, все у меня убрано. Убрато. Убрато. Я постирала. Сначала немножко испугалась. Длина у меня была 53 сантиметра. Ну и ладно, проб-зону не закрывает, мне бы 55, чуть больше. Так вот потянешь, но платочек она же тянется, 55 есть. Думаю, буду с юбками носить. С юбочкой она тоже, у меня таких 2 юбочки однотонных, все нормально. Тем более, что можно не однотонный приобрести, потому что верх однотонный. Но так как брюк-то у меня гораздо больше, чем юбчонок, конечно, хотелось с брюками. У брюк надо прикрывать проб-зону. Проблемная зона, она у каждого своя, а у женщин после определенного возраста, с определенным типом фигуры, которые с собой не следят, она у всех одинаковая. И... В смысле, она разная, но закрыть ее надо. Прикрыть. Почему я говорю за всех? Мне, я буду говорить всем. И когда у меня после стирки, значит, я разложила, она у меня потянулась не столько в длину, до 58 сантиметров я дошла, но это та длина, которая меня вполне устраивает. Все, моя проб-зона закрыта, я могу ее с штанами. Мне даже как-то стало жалко. Я потом померю, соберу, плечевые-то швы я... Нет, я наживлю, все наживлю. И если вдруг мне захочется ее убавить, представляете, хватит ли 10 мотков? Таня теперь думает, я уберу длину, пусть это будет 53, если вдруг что-то мне... Я теперь такие вещи хочу. Но пока путем прикладывания мне вполне все нравится. Мне прям более чем нравится.
Моя кольчуга, так это маркеры, девочки. Мы просто помним, я новенькие, если пришли. Вот, мне более чем нравится. Она в ширину, ну, не она, конечно, сама Таня ее потянула в ширину, чтобы длину-то спасти, чтобы она не была уж очень длинной. Я не исключаю, что я буду ее укорачивать. Но это примерка покажет. Пока вот ничего. В общем, если я хочу и брюки, и юбки носить, можно ставить длину такую. Если мне прям вот, ну, надо только с юбочками, может, следующую кольчужку покороче связать. В общем, так я перебоялась, что хватит, не хватит, что мне там аж лишнего. Вы посмотрите, какая стала длина, ой, ширина. Как хорошо, что я не умудрилась какие-то еще рукава там вывязать, что у меня прямым полотном только скос плеча. Скос плеча после стирки меня сильно волновал. И мое вот это 3, 4, 4, 5, 7 вполне вот, ну, нормально. Я пока прикладываю к старой футболке. По длине мы немножко футболку перешли. Вот. В общем, кольчужка, кто-то написал, Таня, давайте Айвенга назовем. Рыцарь. Где ты сейчас, любимый мой Айвенга? Кто поет песню? Кто? Ну-ка, мои ровесники, вспомним Наташку Улькину. Вот так я вопросы задаю. Нет уж, кольчужка, мне как-то... И айвенги у нас еще будут. Кольчужка. В общем, я хочу связать вторую половинку. И вот такую вот совершенно... Все неровности петель видны. Я их обожаю. Вот обожаю. Как просто кошмар. Как будто взяли три петельки спицами шестеркой. Хотя все вяжу я. Я все вяжу шестеркой. Еще там три петельки какой-нибудь восьмеркой. Потом на тройку перешли. Вот это я хочу. Мне вот этого надо. Что со мной творится, я не знаю. Но я теперь буду вязать исключительно... Я всегда так делала. Но теперь исключительно то, что просит душа. Казалось бы, один рывок, одна попытка. Вот в чем время уходит? Вот спрятать. Вот тут вот было, например, что-то, как я прячу, да? В боковые именно швы я прятать не стала, я здесь буду сшивать, и мне здесь утолщения не нужны. Хвостик я оставила, и на изнаночную сторону я вывела. Ну, пряжа очень толстенькая, пряжа очень толстенькая. Не, так вот с этой стороны больше нет. Не совсем уж прям это все получается красиво и здорово, но стараюсь. Вот тоже лицо, а вот изнанка. Если потянуть, видно. Раз, да, вот эти вот две. Я еще потом все пройду, вот эти вот штучки беру. Вот так вот прячу. В общем, казалось бы, сиди и вяжи. Но Таня в прошлом ролике вам сказала... Представляете, сейчас вам ширину покажу. Гармоника. Тр-т-т-т-т-т-т. Это то, что мне надо. Я в последнее время очень хочу свободу облегания. Вот. В общем, это. Скос плеча не заметишь. Такое ощущение, что такие два прямоугольника. Это то, что мне надо. То, что мне надо. Опять ведь сфотографироваться хоть успеть. Опять отожмут. Караул. Сестра-то понятно. Подруги, которые были равнодушны к моим путляканьям. Когда еще нормально свяжу, петелька к петельку, петелька к петельке, ничего. А это прям я тоже такую хочу. Сколько стоит, продай. Я же все дарю-дарю. А тут я заупрямилась. Говорю, я не отдам. Пошли вопросы о продаже. Я говорю, как, слушай, жизнь налаживается. Жизнь налаживается. Так, пусть сами вяжут. В прошлом видео я сказала, что хочу совместить Ализе Супервош. Этикетки я не взяла, девчонки. Но я в прошлом видео все рассказала. И эту пряжу, и вот эту пряжу в магазине Покул я брала. И махер. Это я брала в магазине Ярн 21. Да что ж они какие разные-то. Махер от... Газал, да? Вот. И пацан сказал, пацан сделал. Я начала носочки. Только мне кажется, нужны спицы 3,5. У меня есть 2, есть 2,5. Есть даже кубики 2,25. Это для Ализе Супервош, для тоненькой. Мне почему-то вот здесь вот чем тоньше спицы, тем лучше. Жидко-то не очень хорошо. Резинка у меня без соединения двух пряж. Здесь вот только одна супервошечка. А вот здесь начинается по цвету, прям видно. Пришла другая нитка. Она так деликатно вошла, что, знаете, как будто бы ее и нет. Как я думала, как вот мнение, нет лоска у этой пряжи, я про махер. Нет какого-то вот этого пушистости, как я привыкла к некоторым махерам, да? Даже я не говорю про королевские, но вот особой пушистости мы не наблюдаем. Пока мы, Николай II, не наблюдаем. Но то, что эта пряжа дает какой-то уют,
Это факт. Как мне образец, я показал, сейчас уже не взяла, показал, что нет в этой пряже лоска, но есть вот этот вот уют, именно тепло, вот это обволакивание. Так оно и есть. Я не знаю, в этом цвете или во всех, это у меня пока только такой цвет. Поэтому могу ли я рекомендовать этот махер? Подождите, я еще поработаю, но отзывы о нем очень хорошие. Просто у махера на шелке больше лоска. Какой-то вот, не вот прям такой блеск в прямом смысле слова, а вот какой-то глянец все равно такой ощущается при виде на образец, даже на матовый образец, какой-то вот дорого-богато. Здесь этого нет. И для моей носочной коллекции, которую я хочу связать, но ну, я ищу, может, и шапку, может, и шарф. Вот шарф я вязала на пятерке, потому что какую спицу здесь рекомендуют, я не помню. 2-3, по-моему, да? И здесь 2,5-3, что ли, я не помню. Ну, где-то вот в районе двоек-троек. Если соединить эти все, можно шарф английской резинкой даже на пятерке связать. Мужской красивый шарф. Вот. А что касается носочных изделий, я вот вяжу сейчас на тройке, 3,5 у меня нет, постираю. Это здорово. Для носка это прям прекрасно. Оно не туго, но и, как сказать, надежно, серьезно. Но я бы еще попробовала, на четверке у меня четверка есть, рыхловато, вот, а на 3,5 я бы попробовала. А уж 3,25 вообще шикарно. Но пока вот я вяжу на тройке, пусть первые будут на троечке. Вот такой рисунок. Я думаю, что вязать, чтобы в схему не смотреть. У меня несколько рисуночков есть, которые вот бабушка как научила, или бабушка, или учитель домоводства. Без схем я их и шпарю. У меня, так как 12, 12 петель, 24, я же вяжу на двух спицах, третья рабочая. Здесь 24 петельки и здесь 24 петельки. Поэтому я 6 лицевых, 12 изнаночных, 6 лицевых. Провязала один ряд, второй ряд закрепила. И дальше у меня идет, вот, как вам сказать, мы же так вяжем. Накид 2 вместе. Получается, отвоевываем одну изнаночную тоже здесь, как бы лицевой вяжем. И вот это потом ряд закрепили. И потом уже вяжем лицевая, потом накид 2 вместе. Ну вот это я сколько на джемпере этот рисунок уже, кто его елочкой назовет, кто как использовала. Где-то даже рукотворную схему рисовала. В варежках я использовала этот рисунок в зеленых, в плейлисте варежки. В общем, да. Может, даже там потом с вами, может, провязывали. Но если я найду этот ролик, я посмотрю его. Если мы там этот рисунок провязывали, я оставлю ссылку. Ну, на YouTube, естественно, на Дзене я... Не знаю. Меня даже научили, как искать на Дзене. Там же тоже лупы есть, все. Но ведь это надо при перезаливке роликов с YouTube на Дзен-канал называть их точь-в-точь так же. А я раз так называла точь-в-точь. Может, процентов 10 роликов я назвала так, а я могла потом по-другому назвать. Тем более, какие-то ролики перегонял я, какие-то ролики Толя. Я сейчас уже перестала заливать старые ролики, я исключительно на новых Дзен-канал веду. Вот, поэтому на Ютубе я найду варежки. В общем, и уже пяточка у нас укрепленная. Я когда перехожу на укрепленную пяточку, когда она сужается, кто-то берет спицы толще, более толстые. Но тогда какой смысл в укрепленной пятке, хотя тоже имеет место быть. У меня подруга только так делает. А кто-то прибавляет петли. Я люблю 3-5 петель прибавить. Если очень тонкая пряжа, 5 петель. Если пряжа, ну, средненькая, то я прибавляю 3 петельки. Вот укрепленную пяточку. В общем, мне нравится, какие носки получаются. Они такие надежные. Я буду тоже брать разные теневые рисунки и, может быть, даже буду резиночкой вязать. Я даже не знаю, тут пойдет у меня таким же рисунком или пойдет уже, ну, как сказать, лицевой гладью вот эта часть. Не знаю, вот как настроение будет, так и будет. В общем, сочетание. А мне кто-то даже писал, Тань, хорошее сочетание, кто-то уже вязал из этого. Царские носки получаются. Я не только такие варежки хочу такие связать, это будет здорово. Они вроде, ну, по цвету-то незаметненькие, но это будет очень тепло, очень здорово. Распушится, не распушится этот махер, я не знаю. Но то, что он теплюш, еще теплее носочки делает из супервошечки, это факт. Думаю, даже так-то. С махером работаю впервые, почему-то думала, буду вязать паутинку. Нет, так пушится. Ну, вот власть меняется, желания меняются. Буду пока носки. Возможно, свяжу одну пару и остыну, кто ее знает. А так у меня хочется связать. Я вообще была уже нацелена даже на плечевое изделие совместить все-таки упаковка. Этих 5 и этих 5. Можно было куковочку такую сделать. Не для себя. Вот, но как-то мелочевки
такое в моем внутреннем голосовании, они победили. В общем, буду я пока вязать носочки. Вот представляете, если перевести на кольчугу, да, уже бы больше половины были. Но надо всегда вязать то, что вот в данный момент хочется. Такие малявочки очень легко брать на прогулки. У меня теперь ежедневные прогулки, это ну, настолько обязательно. Дождь ли, снег ли, если даже дождь не прекратится, я прям тут под козырьком постою или зонтом похожу. Вот если прекратится, похожу, хожу, 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 потом просто подышать. Я буду набирать все то, что не могла взять, так сказать, когда не имела возможности ходить гулять. У меня теперь прогулки ежедневные. И вот очень легко, очень удобно такие маленькие вещи брать с собой. Но если вы думаете, что от довязывания кольчуги в сторонушку меня уводят только, значит, носки, я боюсь слова коллекция, но что-то зарождающееся. Дуэт. Супервошки с махером. Вы ошибаетесь. У меня тут новая блажь случилась, но я ее очень, вернее, ей возрадовалась, ибо что касается соединения мотивов, да, в плед, у меня случается, может быть, раз в год. Очень долго пледы мои ждут соединения мотивов. Они могут быть отвязаны, мотивы в смысле, а соединю я могу через полгода, через год. И вот, значит, сижу я тут на балконе, кофе пью, никого не трогаю. У меня глаз падает на мои корзины, я сейчас ее всю не принесла, с образцами. И понимаю, что, ну, вот что я жду. Что я жду, как бы хорошо плед из образцов, о котором я вела речь, даже ролик, плед из образцов, что-то там я говорила, ему не полтора или не 2 года. Сначала думаю, ну, образцов еще мало, потом думаю, ну, что мало, плед маленький, можно на колени. Потом, я понимаю, что не хочу, а когда не хочешь, да, находишь 100-500 отговорок, чтобы это не делать. И вот я раз кашусь-кашусь на образцы, в последнее время два кашусь-кашусь на образцы, это так долго, это так мутно. Муторно, а тут в деревне-то была, и понимаю, что мне вот такой вот, если, может быть, тут в квартире там эта вот пестрота и так далее, она как бы не впишется, а вот в деревне, например, на скамейке под яблоней, простая, некрашенная, брутальная 100-летняя скамейка, или даже в предбаннике, на фоне бревен простых, не новых, серых, вот этот-то блеск. Блеск. Все, поехали. Вот это цветы, цвета. В общем, они пойдут. Они пойдут. Я говорю, Таня, если ты сейчас начнешь и по одному квадратику в день будешь соединять, ну, в смысле, по два квадратика, мотив с мотивом, я понятно изъясняюсь? Я себя не понимаю, надеюсь, вы меня понимаете. То за месяц, вот ты представь, села и между делом, пока там чайничек ждешь, один пройди рядик, один пройди рядик. И я себя укалякала. Я себя уговорила и даже стала, значит, смотреть, какие мотивы более-менее по размеру подходят, чтобы их соединить и так далее. И такая я прям напала на меня вообще, прям это мотивация, инициатива, все, что хочешь, говори, напала. На сколько меня хватило? На 2 дня. На 2 дня. И теперьче, что или заднюю давать распустить то, что я сейчас покажу, что я соединила. Да, немного, но ведь я соединила. Как слово дала, 2 дня прошло. Сейчас я вам покажу. Сейчас покажу. Один серый, один розовенький, два веселых образца. Вот я взяла пряжу, хотела салфетки учиться вязать. Уже года 3 хочу. Такой ненавязчивый, какой-то молочно-желтоватенький цвет. И соединила. Ой, чихнула. Будь здорова, Танечка. Значит, все будьте здоровы. Образцы. Там, не только таким цветом я буду соединять. Я остаточки беру разных пряж. У меня их немного, я остатки отдаю, ну, тут можно и не остатки. Соединила, значит, я еще 2 образца, 2 дня. Вот, один день, вот, кто не понял, что там, я себя не поняла, значит, один день прошел, соедини. И вот таких точь-в-точь я пока больше не нашла. Другие размеры, они же еще не подходят. Почему мой пыл-то такой вот остывающий стал, понимаете? Они же еще не подходят. А я это, нет, я это видела, знала. Таня, ты что, не знала, не видела? Да знала и видела. Как будто и подходит.
Почему-то как вот на камеру все подходит. Ну, ладно, эти подходят. Вот эти я вроде нашла, да? Кто-то меня спрашивает, джелонг-то вы связали? Нет, девочки, я распустила. Я ж там потянула, накосячила. Я свяжу. Жилет от джелонга свяжу. Я чем больше трогаю этот образец, тем больше мне нравится. Это пока красота пойдет. Надо все, носки на поле опять. А тут еще образцы подоспели. Вы понимаете, а вот эти малявки. Даже кашемировый кусочек у меня будет в пледе. Представляете? Кашемировый кусочек. Ну, я к тому, что не... Очень сложно будет соединить все это разнокалиберное. Тут вообще я же собиралась купить готовый плед однотонный и туда как заплатки эти нашить. Это получается, как бы мы утепляем другой плед, что ли. Все, ну это вот если бы на тот момент попасть, я бы так и сделала. Теперь я хочу соединять. Может быть, маленький, надо будет дообвязывать до размера хотя бы там тех, которые можно будет уже друг с другом соединить и соединять. Или, я очень понятно изъясняюсь, или когда вот мы наберем, например, более-менее дорожку, зачем я отрываю нитку? Надо было вот тут вот ниточка есть и приляпывать еще один. Соединяться они будут разными цветами. Вот как только я себя отпускаю, Тань, соединяй разным цветом, неаккуратно, вообще ни о чем не... Все стало подходить, вы смотрите на камеру. Короче, я вот так буду камеру включать и буду это самое соединять. Нет, не такой. Испугались. В смысле, образцы, не вы. Ну, как бы это сказать? Как-то все это был запал, начался, пропал. Ну, еще придет, правильно? Еще придет. В общем, я пока подсоединяю. И как только я себе скажу, Тань, соединяй, как вот хочется. Без аккуратности. Это где же такое найти, чтобы, так сказать, кромочные петелька в кромочную петельку совпали. Они могут вот по длине совпадать, прям все прекрасно. А начинаешь совмещать, да, здесь спица номер 5, там 20 петель, здесь спица номер 3, 41 петля. Вот, поэтому я себя, наверное, отпущу, забуду про аккуратность, иначе мне так вот жизнь коротать с этими образцами, а я не хочу. Я хочу с пледом таким, вы знаете, как там это, лоскутным. Ну, пусть неаккуратненьким. А что, прям всем аккуратненьким, что ли, быть? Если все будут аккуратненькие, будет неинтересно. В общем, я хочу соединять плед. Я пока не обещаю, но если за это возьмусь, я вам буду показывать. Запомните, пожалуйста, пока у меня 2 дня прошло и две соединяшки есть. Раз соединяшка. Вот, тут я умница, тут я нить не оборвала. Нет, иногда работает у меня голова-то. Тут я нить не оборвала. Я разными буду. Вот закончится эта нитка, я какую-нибудь другую возьму. Закончится другая, я пятую возьму. В общем, я хочу соединить плед. Вы представляете, что творится? Даже внимания на цвета не буду обращать. О, обложка пошла. Пошла обложка. Хотя я уже другую ведь сделала обложку. Вот эти вот, ну куда мне вот эти вот малявки-то? Сейчас. Так, зеленый. Одобрять мою идею соединения плед? Хотя бы, да? Хотя бы. Сейчас кто-то скажет, кольчугу довяжи сначала. Потом образцы свои. Правильно скажете? Так, обложку надо сфотографировать или нет? Вот этот вот желтый, самый мой шикарный образец. Он самый большой. Может, от него и плясать. Может, от него и плясать. Не знаю. Но вот я вам сейчас показываю, какой плед вырисовывается. И вы же понимаете, что это красота, да ведь?
Что там по упало-то? Вот, в общем, у Тани очередное бзик-бзик-бик-бик. Одним словом, дорогие друзья, кто ждет кольчугу, не ругайтесь, если все-таки меня переклинит на... Кто ждет плед из образцов, такие тоже есть, да? Не ругайтесь, если я все-таки буду заниматься кольчугой. Вы же сами видите, как непросто все совместить. Куды душа потянется, туда мне и придется пойти. Поэтому, в любом случае, до новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут.